Липы – историческое государство на территории современной Германии, существовавшее с 1123 по 1918 год, располагавшееся между рекой Везер и Тевтобургским лесом. История: основатель Липы Бернгард и получил эту территорию от императора Священной Римской империи Лотаря III. Преемники Бернгарда присоединили к Липы еще несколько графств, после чего Симон V стал именовать себя графом. После смерти Симона VI в 1613 году графство было разделено на три части. Липа Детмольд отошел старшему сыну Симону VII, Липе Браке Отто, а Липа Альвердис сын Филиппу I. Липа Браке воссоединилась с Липе Детмольдом в 1709 году. В 1789 году графы Липе Детмольд получили титул имперских князей. Первым князем Липы стал Леопольд I. В начале 1905 года со смертью душевно больного князя Александра пресеклась линия князей Липа Детмольд После долгих династических споров между соседним княжеством Шаумбург-Липа и линией Липа-Бистерфельд, имперский суд в Лейпциге в конце 1905 года передал княжество, не имевшее до того ни одного суверенного территориального владения линии Липа-Бистерфельд, после Ноябрьской революции 1918 года в Германии и отречения Леопольда IV Липы становится свободным государством. В 1947 году Липа стал частью федеральной земли Северный Рейн, Вестфалия. Правители Липы, сеньоры Липы, Бернгард и Липы, Герман I, Бернгард II, Герман II, Бернгард III, Герман III, Бернгард IV, Симон I, Симон II, Отто, Бернгард V, Симон III, Бернгард VI, Симон IV, Бернгард VII, Симон V, имперский граф Липы, Симон V, Бернгард VIII, Симон VI, граф Липы Детмольд, Симон VII, Симон Людвиг, Симон Филипп, Иоганн Бернгард, Герман Адольф, Симон Генрих, Фридрих Адольф, Симон Генрих Адольф, Симон Август, Леопольд I, имперские князья Липа, Леопольд I, Леопольд II, Леопольд III, Вальдемар, Александр, Леопольд IV, упразднение после 1918, главы дома Липы, Леопольд IV, Армин, Стефан, наследный принц Липы. Административное деление: территория Липа и Детмольда делилась на департаменты: департамент Бломберг, департамент Браки, департамент Детмольд, департамент Горн, департамент Липероди, департамент Ирлингаузен, департамент Шидер, департамент Шатмар, департамент Шваленберг, департамент Штернберг, Барнтруп, департамент Фарингольц, самостоятельные города: Барнтруп, Бломберг, Детмольд, Горн, Лаги, Лемга, Липштадт, Зальцуфлен. Источники: Липы, княжество в Германии, энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона, 86 том, СПБ, 1890, 1907.